представляется главным тренером мини-футбольного клуба «Аят». Канат Павел Канату. Канат Шумагалевич, вам слово. Комментарий по игре. Ну, комментарий. Вы все видели. Очень хорошая такая сегодня игра получилась. С обилием моментов. Что у нас, что у Актюбе были хорошие моменты. Ну, опять сегодня у нас, как и вчера, хромала реализация. В завершающей стадии немножко у нас есть проблем. В целом, я думаю, игра, которую мы настраивались, которую на сегодня, я думаю, получилась. То, что я просил ребят от них сегодня, я это увидел. Содержанием игры доволен, но говорю еще раз, что свои моменты надо реализовать. Как вообще в целом оцените выезд вашей команды? Наверняка считается то, что вы терминочки, да, в нашем городе? Или может по-другому? Да, конечно. Хочется всегда победить, выиграть, да. И, конечно, у нас задача стояла. Минимум 3 очка отсюда надо увозить с выезда. Ну, это футбол, это спорт. Так бывает. Сезон только начинается, поэтому я думаю, что все еще впереди. Сделаем выводы, разберем игры. Будем дальше работать. Ну, традиционно завершающий вопрос. Получается, какие задачи ставят на этот сезон? И как в целом оцените уровень чемпионата среди команд высшей лиги именно этого года? Есть ли разница, которая была год назад? Ну, в первую очередь, добавились команды. Увеличилось число команд. Еще в новом формате этот чемпионат будет проходить. Плей-офф, все прекрасно знаете. Ну, а задача на сезон у нас всегда стоит максимальной. В первую очередь сейчас до плей-офф попасть в плей-офф. И, соответственно, дальше будут стоять уже выше задачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.